Здравствуйте. 21 мая, 25 лунный день в созде Адия с элементом огня. День высших сил благоприятен для ритуалов по отношению к элементу огня, очищению домашнего очага, молитве, совецании, воздвигать священные объекты, освящать их, принять клятву, обязательства, давать наставления, принять учения в исполнении желаемого, ожидать приятную новость, проведение праздников, радовать народ, сходу встречи, но сейчас встречаться с близкими, работать с железом, в строительстве, создавать форму дизайна и проявление творчества, дальнюю дорогу. Ребенок, родившийся в этот день, будет многоречивым, зависимым, с талантом к прикладным искусствам. День неблагоприятен в использовании чужого труда, пашни, в садовстве, проводить лечение как прижигание, кровопускание. Благоприятен для людей, родившийся год мыши дракона, неблагоприятен годам змеи, свиньи, тигра. Нигерин березы кедунгур дуване, комбагмурскюсены, неважен дуване лусот с 7 часов утра и алтынгрыл с 9 часов. Будьте благородными.